Операционная подготовлена, оборудование настроено, трансляция запущена. В прямом эфире специалисты униклиники демонстрируют коллегам уникальную методику малоинвазивного вмешательства. Диагноз первой пациентки – миома матки. Это доброкачественная опухоль. Диагноз второй – варикозное расширение вен малого таза. Конечно, операция требует определенных ресурсов. Университетская клиника оснащена этими ресурсами, так как мы являемся лидерами в России. Но здесь нужен, конечно, ангиографический комплекс, через который мы можем визуализировать эти сосуды с помощью контрастного вещества. И поэтому обычные больницы, которые там не могут быть оснащены этими комплексами, для них, конечно, это сложности возникают. Но мы можем принимать пациентов с любых регионов России, так как мы являемся все-таки федеральным университетом, и у нас нет ограничений. В ходе первой операции специалисты перекрыли миоме доступ к питанию. В случае с варикозным расширением вен используется схожая методика. Преимущество у такой технологии масса. Во-первых, она не требует открытого хирургического вмешательства, поэтому пациент восстанавливается гораздо быстрее. Никаких разрезов и рубцов после нее. А поскольку вмешательство малоинвазивное, у пациентки сохраняется репродуктивная функция. Во-вторых, уже после операции он может самостоятельно передвигаться. Мы открыты для образовательного процесса, для обучающего, и поэтому участвуем активно в этом сегодня пятничном, в общем-то, онлайн ангиопикче встрече, которая, в общем, позволяет больше врачам и пациентам даже, в общем-то, получить информацию о наших методах лечения. Трансляция велась на площадке профессиональной врачебной группы Angio Picture. Это сообщество объединяет специалистов более 10 стран. Обмен опытом за счет проведения прямых включений из операционных, лекций и конференций позволяет с каждым днем находить все больше решений для улучшения сферы здравоохранения. Ариана Полянова, Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.